Вогонь, вода та мідні труби – все це випробують на собі відчайдушні українські знаменитості. Май! Я бачу! Вони вирушили світом, аби відшукати власну формулу драйву. Это Америка, штат Техас, город Форт-Ворт. Я в Італії, на Адріатическом побережье, прекрасном городе Поліньяне. Бонжур усім, Олег Скрипка, новий канал «Формула драйва». Надзвичайні пригоди, екзотичні місця, справжні герої, сміливі експерименти, сповнені драйву. І головне – унікальні спортивні події, які змінять стандартний погляд на спорт та можливості людського організму. Такі речі робить чоловік, який говорив, що він боїться. Літаємо тільки так! Я з'їм свою теніску. Це реально дуже круто. Карколомні стрибки, шалене перенавантаження, небезпечні трюки. Новий канал і Red Bull запрошують вас у яскравий світ сміливих та драйвових. Світ без компромісів. В ефірі «Формула драйву». Добрый день, дорогие друзья! Я Оля Горбачева и на новом канале «Формула драйва». За драйвом мы прилетели на этот раз в Барселону на финальный этап знаменитых воздушных гонок Red Bull Air Race 2009. Мне кажется, среди десятков тысяч людей в этом волшебном городе мы наверняка отыщем «Формулу драйва». Фінальний етап Red Bull Air Race в Барселоні, столиці Каталонії та другому за розміром місті Іспанії. Це мальовниче місто розташоване на середземноморському узбережжі та відоме усьому світу завдяки геніальним роботам іспанського архітектора Антоніо Гауді. Саме тут визначиться ім'я переможця перегонів Red Bull Air Race сезону 2009 року. Red Bull Air Race. Це захоплюючі повітряні перегони з перешкодами, де потрібно пролітати повз ворота та виконувати фігури вищого пілотажу, коли годинник невблаганно відлічує секунду за секундою. Кожний етап Red Bull Air Race складається з чотирьох частин – від кваліфікації до фіналу. Пілотів, що беруть участь у змаганнях, турнірна таблиця розбиває на пари. За кубковою системою переможець проходить до наступного туру змагань. А володарем кубку стає той, хто продемонструє найкращий час із найменшою кількістю штрафних очок. Наверняка, если ваши испанские друзья приедут в Киев, вы их обязательным образом пригласите за яркими впечатлениями на Майдан Незалежности. Но будьте готовы к тому, что когда вы окажетесь в Барселоне, они в принудительном порядке отправят вас смотреть на храм Саграда Фамилия. Этот очень талантливый и странный каталонец Антонио Гауди начал строительство храма 118 лет назад. Вопрос, который я хочу ему задать, я уже не смогу ему задать. Почему храм до сих пор не построен? Друзья, испанцы обещают, что это завершится через 20 лет. Но, честно говоря, я вот уже третий раз или четвертый за последние 7 лет нахожусь в Барселоне и категорических изменений кардинальных постройки не замечаю. Вероятно, этот народ, которому совершенно некогда работать, потому что все время сиеста, все-таки растягивает удовольствие и не спешит показать туристам финальный результат. Ведь тогда всегда будет зачем приехать в Барселону. Как мне здесь нравится, это прямо какой-то самый сексуальный вид спорта Red Bull Air Race. Дело в том, что здесь есть не только пилоты, но и есть замечательная команда Air Gators. Кто эти мужчины, спросите вы? Да они же вообще главные люди. Они отвечают за исправность воздушных ворот. Кожен з пілонів траси Red Bull Air Race завишки 20 метрів, а важить лише 70 кілограмів. Їх призначення – карати пілотів за некоректне проходження поворотів. Пілони виготовлені по спецзаказу з унікальної матерії – спінакера. Кожен з них так і чекає на те, щоб необережний пілот збив його крилом свого літака.
не могут уговорить женщину мужчины. Зачем я опять повелась на красавцев? Они меня тянут куда-то наверх. Моя романтичная история знакомства с двумя эйр-гейтерсами вот-вот закончится, и меня накроет пилоном изнутри. Вот, смотрите, он все тянет, тянет и тянет. Мало того, что нельзя никогда ходить на свидание одновременно с двумя мужчинами, еще и нельзя это делать внутри пилона, девочки. Я сегодня это поняла наверняка, потому что сейчас будет еще страшнее, чем раньше. Сейчас он так вот отпустит, и от воздуха пилон полетит наверх, да? Что идет? В Барселоне на этот раз происходит невероятное, потому что десятки тысяч зрителей смогут увидеть воздушные ворота впервые так близко к берегу, прямо на пирсе Средиземного моря. Именно поэтому, друзья, я думаю, что пляж нудистов, который находится прямо за моей спиной, уже опустошен. Все-таки культуре самовыражения нудисты предпочли определенный заработок. И, наверное, продали свои места на пляже для зрителей финала, последнего этапа чемпионата мира Red Bull Air Race 2009. По данным журнала Forbes, Барселона занимает третье место в списке самых счастливых городов мира после Рио-де-Жанейро и Сиднея. В этом списке она опередила даже Амстердам. Что, конечно же, друзья, меня совершенно не удивляет, ведь разве можно быть счастливее, чем я сегодня в Барселоне? Три счастливых дня было у меня. На площади Испании в Барселоне находится точная копия мадридской арены для корриды. Очень хочется, друзья, пощекотать себе нервы, сходить на корриду, но, к сожалению, арена это не действующая. Потому что, в отличие от кровожадных басков, миролюбивые каталонцы предпочитают более гуманный вид спорта, например, как наши любимейшие – воздушные гонки Red Bull Air Race 2009. Обычно эти шикарные мужчины сидят лицом к зрителям. Все дело в том, что, друзья, что внутри собора происходит место, а снаружи дискотека для пенсионеров. Только что вся эта площадь танцевала. Представляете, какой это был удар для меня, известной бальницы, что я не смогла принять участие в этом танцевальном конкурсе. Я только запомнила пару движений каталонского танца. Я не знаю, что скажет Чапкис, но это приблизительно происходит вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот, да, именно вот с такой амплитудой каталонские пенсионеры, которые, наверное, славятся своим здоровьем, могут прыгать. Иногда те, кто чувствовал себя похуже, делал вот так, но вопрос, почему же, если до сих пор сияет солнце, закончилась дискотека? Все очень просто, друзья, и музыканты, и отдыхающие отправляются поболеть за воздушных пилотов Red Bull Air Race 2009. Потому что понимаю, что диск украинского музыканта никогда не будет стоить 10 евро. А здесь любой талант может самовыразиться, а главное быть щедро оплаченным.